Совместный проект телеканала СТВ и общественного объединения «Белая Русь» под названием «Будь в теме» стартовал еще в конце сентября и является логичным продолжением диалоговых площадок, которые проходили в преддверии Дня народного единства. В центре внимания дискуссии со студентами Брестского технического университета ситуация в Беларуси и ее подача в медиапространстве. Цель – донести до молодежи, где можно найти достоверную, своевременную и оперативную информацию и как отличить ее от множества фейков. Мы видим, что большинство информации, вот фейковая информация, недостоверная информация, идет через такие площадки, хостинги, как, например, YouTube, Google. Мы не можем повлиять на них, но мы в своей стране можем встретиться с молодежью вот так вот, непосредственно, глаза в глаза, и обсуждать, и рассказывать, вот где правда, а где ложь. Хедлайнером проекта выступает известная в Беларуси медийная личность, политический обозреватель и ведущий авторских рубрик на телеканале СТВ Григорий Озаренок. Он обозначил, что в диалоге нет запретных тем, а живой обмен мнениями важен для обеих сторон. При таком общении тоже учимся, тоже узнаем нашу молодежь, что ее волнует. И, соответственно, пытаемся сделать выводы. И выводы, я вам скажу, очень утешительные, хорошие. Это наши дети, наша молодежь, наши студенты. И они будут трудиться, отдавать свои таланты для нашей страны. Для этого мы и работаем. Организаторы марафона уверены, что возраст, репутация, острое слово и дар убеждения молодого журналиста помогут молодежи найти верные ориентиры. Я считаю, что Григорий Озаренок на данный момент является наиболее приближенным к молодежи, потому что, ну, во-первых, он совпадает по возрасту приблизительно, так как молодежи, ну, сейчас не очень хочется слушать старшее поколение из-за этого самого разрыва поколений. Во-вторых, ну вот как я только что убедился, он является достаточно неплохим оратором, умеет выдерживать градус и доносит информацию вполне доходчиво. Я думаю, эти темы определенно важны, особенно для молодежи, потому что молодежь – это будущее страны, от которой зависит и экономическая ситуация в стране, и политическая. Поэтому я думаю, можно достучаться до молодежи и задеть их какие-то чувства, и они поймут, что действительно важно и о чем нужно задуматься. Брест стал третьим после Гродно и Могилева областным центром на пути следования проекта «Будь в теме». Он и далее продолжит свою работу по большим и малым городам Беларуси. Школьники и студенты смогут пообщаться с авторитетными экспертами и общественными деятелями, открыто выразить свою точку зрения, а также задать волнующие вопросы.